Глафира Тарханова – очаровательная актриса, которая умело соблюдает баланс между семьей и работой. Немногим удается быть успешной в профессии и при этом оставаться заботливой мамой, женой. Актриса всегда ведет скрытный образ жизни, ей важно сохранить свое семейное счастье в тайне. В 2005 году на съемочной площадке Глафира познакомилась со своим будущим супругом, актером Алексеем Фадеевым. Их роман стремительно развивался, уже через 3 месяца знакомства были мужем и женой. Супруги никогда не считали, что приняли скоропалительное решение. Алексей менее успешный артист, но у него есть свои поклонники, которые ценят его индивидуальность и талант. Фадеев не завидует успеху жены, наоборот, рад, что так удачно складывается карьера. Секрет их семейной жизни в том, что они не разделяются на он и она, у них есть только мы. В их семье не обсуждается работа, она остается за пределами дома. Никогда не дают друг другу советы по работе и более того не делают замечания. В 2008 году Алексей и Глафира впервые стали родителями. У супругов родился сын Корней. Тарханова быстро вернулась к работе, не захотела сидеть в отпуске по уходу за ребенком. В 2010 году на свет появился второй сын, которого назвали Ермолаем. Стоит отметить, что рожала Глафира дома, а не в больнице. Алексей присутствовал при родах и принимал непосредственное участие. Ему было важно быть рядом с любимой и ее поддерживать. В 2012 году актриса родила 3-го сына Гордея, а в 2017 году родился Никифор. Алексей и Глафира категорически против, чтобы их дети пошли по их стопам. Считают, что им нужно выбрать профессию более земную, в которой не будет пристального внимания от прессы. Несмотря на то, что у супругов уже есть 4 детей, мечтают стать родителями еще раз. Тарханова с мужем скрывают от публики своих сыновей. Не размещают семейные фото, где можно увидеть их лица. Все фото сделаны со спины детей. Спасибо за ваше внимание, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал.